Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт» на слова замечательной поэтессы Лидии Тагановой. Песня называется «Сентябрь прощается». Музыка исполнения Самуила Крумовича, видео из интернета, видео Лидии Тагановой. Песня «Экспромт» «Сентябрь прощается». Сентябрь прощается уже, но осени не скучает, не тормозит на вираже. Лишь гардероб меняет, сентябрь прощается уже, но осени не скучает. Тормозит на вираже, лишь гардероб меняет, то яркий сарафан цветной, то платье без застежек, пиджак наденет выходной, чтобы наряд был строже. А как иначе, ведь уже октябрь на горизонте, не погуляешь, не глиже. Не нужен плащ и зонтик, а как иначе, ведь уже октябрь на горизонте, не погуляешь, не глиже. Ей нужен плащ и зонтик, красивой дамой идет, счастливой по приметам и вдохновение раздает, влюбленным и поэтам красивой дамою идет, счастливой по приметам и вдохновение раздает. И поэтому сентябрь прощается уже, но осень не скучает, не тормозит на вираже, лишь гардероб меняет, красивой дамою идет, счастливой по приметам и вдохновение раздает, влюбленным и поэтам, красивой дамою идет, счастливой по приметам и вдохновение раздает, влюбленный и поэтом. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Песня «Экспромт». Сентябрь прощается. Слова Лидии Тагановой. Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Видео Лидии Тагановой.